Пресс-конференция после игры МБК Николая, МБК Днепр, представители МБК, капитан МБК Николая Алексей Андреев. Твой комментарий по игре, Леша. Ну, скажу, что играли первые две четверти значит, хорошо, повели 10 очков. Но после перерыва, как у нас не первая игра, это бывает, такой провал. Все, что мы нажили, все спустили. Как бы обидно. Вроде настраивались, рывок не сделали. Но там глупые потери. Нападение у нас ничего не получалось в третьей четверти. Они все перекрыли. И там, сделали сколько там очков. Отрыв 10. Ну, в четвертой четверти мы собрались, догнали. И вышли, ну, сравняли и перевели игру в овертайм. Но в овертайм у нас уже не хватило ни сил, ни борьбы. Мы проиграли подборы, врывания. Не хватило у нас концентрации, сил. Есть вопрос? Днепр больше выиграл именно за счет темпа, то есть вы не успевали за ними, или они чем-то другим вас удивили, взяли, не знаю. Мы знали, что они все на скорости делают врывания. Ну, говорю, что в конце мы концентрация и усталость сказалась, что мы пропустили легкие очки, не забили, мы не забили. Все, спасибо, Леша.